Всем привет, ребят. Отпуск продолжается. В общем, тут пока отпуск идет у меня. Продлевается, продолжается. Была у меня херня. Плохо заводился автомобиль. Опа, опять КамАЗ. Вот. В общем, хотел снять стартер. Вот. Тут что он тут снимается? Хомут открутил. В принципе, все. Ну, откручивать неудобно эти клеммы, которые шланг на расширитель на помпу вот этот идет толстый, вот этот вот мешается. Вот, но это херня. В общем, плохо заводился, был такой момент, знаете, как будто бы он крутит, но нагрузка большая, что аж лампочки на приборах аж садятся. Вот, ну думал, может быть там якорь или обмотка что-то. Вот. Ну, что-то сейчас так полез. Прежде чем откручивать, думаю, да попробую провода пошевелить. В общем, вот этот вот провод у меня, это плюсовой провод, силовой. Короче, вот так вот он был. Вот так. А то он отгнил. Я рукой начал шевелить, он отпал. Я так полагаю, что это в нем. То есть, что я хотел сказать. Когда такие моменты, не стоит торопиться, что-то снимать. Вон тут, возможно, стартер добрый, ничего у него там поломок нету. Вот. Ну, сейчас, в принципе, попробую клемму. Купил. Такие вот клеммочки взял разных. Вот, сейчас попробую, что. Большие поменяю вот эти. Ну, не поменяю, сделаю потом. Там сбоку два провода приходят. На них, наверное, тоже клеммы поменяю. Тоже взял такие клеммы. Потом, в случае чего, чтобы не снимать в дальнейшем, вот такую клемму взял. Ну, проще, чем там болтик отпустил, подсунул. И все. В общем, делов немного. Ну, сейчас попробую, что соберу. Провода эти на место. Попробую запустить, что он как крутить будет. Глянем. Так вроде все ничего. Так, ладно. Всем добра. Вот. Сделал клемму, все подсоединил. Сейчас у нас будет за сегодняшний день первый запуск. Тут немножечко мотором мне масло было, азелитом помыл. Водой облил. Сейчас. Что, мы тут, наверное, опустим кабину. Там заодно два шланга поменял. Вместо трубки металлической у меня там обломилась трубка, обратка. Я ее отчекрыжил кусок и туда вставил шланг. И на хомутиках повесил. Здесь вот прикрутил новые хомутики. И вот шланг. Раз я туда в развал пошел. Сейчас попробуем теперь, как у нас стартер крутит. Как он у нас заведет сразу. О, так. Кнопка массы. Вот это положим на место. Ключик на старт. Блять, датчик провод слетел с температуры. Сейчас хоть завоет, а то раза с пятого только, из четвертого, наверное, кое-как. Так, теперь датчик. Вот он, провод у меня показывает температуру охлаждающей жидкости. Сейчас одной рукой не могу попасть, одну секунду. Надел. Опа.
Теперь глянем температура. Все, сейчас теперь в норме. Сейчас смысл того, что мне нужно, чтобы он немножко поработал. У меня вот эта, где трубка, какой я сказал, заменил на шланг. Она у меня на соединении капала, по мотору стекала. Я сначала подумал масло. Вот. Ну, потом чуть он постоял, когда подостыл, видать, где сыроватый шланг был. Вот. И вот сейчас буду смотреть, что получилось. Чтобы не потекло ничего. Тут, может быть, на неделе в Саратов придется съездить, поработать, если получится. Там глянем. Что-то как-то резинка странно надета, да? Хотя вроде нормально. Вот. Сейчас вроде не дальше где-то всех скапывать. Вроде пока сухенько. Это что, сырое, это вот это то, что азелитом мыл.